Тимофей Иванович Паршуткин родился в 1896 году в селе Усть-Кокса, ныне Усть-Кокснинский район Республики Алтай. Участвовал в боях Первой мировой войны. В гражданской войне участвовал с 1919 года в отряде Дмитрия Краскова. В феврале 1941 года Паршуткин повторно был призван в армию. С апреля того же года на фронтах Великой Отечественной войны был командиром отделения. А в июне 44 года сержант Тимофей Паршуткин был снайпером 363-го стрелкового полка 114-й стрелковой дивизии 7-й армии Корейского фронта. Отличился во время форсирования реки Свирь. Паршуткин в числе первых переправился через Свирь в районе Ладейного поля. Когда во время переправы лодка затонула, он лично спас получивших свои ранения товарищей, после чего вступил в бой с противником. В бою за прибрежную траншею он лично уничтожил один взвод с пулеметом и 6 вражеских солдат, что способствовало успешному захвату плацдарма на берегу реки Свирь. В июле 1944 года Паршуткин погиб в бою к западу от деревни Каверово Сальминского района, подорвав себя гранатой вместе с финским дзотом. Похоронен в братской могиле в Ладейном поле. Указом Президиума Верховного Совета СССР от 21 июля 1944 года за образцовое выполнение боевых заданий, командование на фронте борьбы с немецкими захватчиками и проявленное при этом мужество и героизм, сержант Тимофей Паршуткин посмертно был удостоен звания Героя Советского Союза с награждением орденом Ленина и медалью «Золотая звезда».